Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X5, замена заднего крыла. Итак, задняя часть машины разобрана. Начинаю ремонт. Обрезаю и удаляю ненужный и поврежденный металл. Затем вытягиваю и выравниваю поврежденные места. После вытяжки удаляю остальной поврежденный металл. И внутренний металл тоже. Оставшийся на машине металл вытягиваю и выравниваю. Это донорская часть. Беру только то, что мне нужно. В первую очередь мне нужно приварить все вот эти вот внутренние детали. Thank you.
Все внутренние детали и усилители установлены и приварены. Теперь я устанавливаю и проверяю заднее крыло. Выравниваю места соединения крыла, проверяю зазоры и прикручиваю крыло саморезами. Все хорошо, зазоры в порядке. Привариваю крыло. Сварочные работы и работы с металлом закончены. Отдаю машину на покраску. Итак, машина вернулась с покрасочного цеха. Машина была собрана, и теперь я могу отдать ее хозяину. Эта работа заняла 8 дней. 4 дня работа с металлом, 4 дня покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!